Ребята, привет. Знаете, у меня сегодня вопрос к знатокам сферы авиации. Я хоть и много путешествую, но специалистом себя в вопросах путешествий, в общем-то, не считаю, особенно что касается авиаперелета. Короче говоря, в Армении появилась новая авиакомпания, которая называется Fly One. И она предлагает на первых порах, видимо, пока они раскручиваются, билеты от 39 евро в одну сторону. Это недорого совсем, да, это примерно 45 долларов. Направлений много, в первую очередь там по России, там Краснодар, Москва, что-то еще есть, но также есть Тегеран, Тель-Авив, Кишинев, Стамбул и прочее. Я, кстати, вначале обрадовался, поскольку тарифы хорошие, а если взять, например, Тель-Авив из Еревана, то 39 евро – это вообще цена вне конкуренции, таких цен вообще сроду никогда не было. При том, что из Израиля в Армению летает довольно много туристов, там 3-4 прямых рейса, значит, в неделю. По крайней мере, так было до коронавируса, что сейчас я не знаю. Но те рейсы стоили, ну, примерно 400 евро туда и обратно. Вообще космические цены. Я вам скажу, за 400 евро сейчас можно найти билеты из Еревана в Нью-Йорк с пересадкой в Европе. А они хотят в Тель-Авив, до которого лететь 2 часа. Ну, не суть. Ну, как минимум, если лететь с пересадкой, скажем, из Еревана в Тель-Авив, лететь с пересадкой в Киеве на украинской авиакомпании MAU, либо на греческой Aegean Airlines через Афину, ну, получится где-то 120-150 евро в одну сторону. Ну, с неудобной стыковкой, там, где-то в аэропорту ночью сидеть. Ну, меня несколько моментов смутили, если честно. Даже не тот факт, что компания молдавская, да, эта компания считается молдавская, хотя они вот будут летать в Армении. То есть они будут частично базироваться в Армении и из Армении летать в разные города. Ну, сама Молдавия. В Молдавии нету никакой гражданской авиации. Ну, маленькая, бедная страна с населением меньше 2 миллионов человек. Коррумпированная. Где нет необходимой инфраструктуры, нет обслуживания. Ну, страна, скажем так, в упадке. К сожалению, я очень люблю молдаван и очень люблю Молдавию. Но это факты, да? Ну, какое может быть молдавская авиакомпания, если там нету необходимой инфраструктуры, нету необходимых кадров? И даже я не о том, что средний возраст вот этих самолетов, то, что будут в Армении, 15-20 лет. Это написано в интернете, и это не я придумал. 15-20 лет. Это, кстати, для самолета не так уж и много. В принципе, это нормально. Скажем так, возраст для самолета чуть-чуть пограничный, но еще 3-5 лет они летать могут. Кстати, в самой Европе достаточно самолетов, которым и 25 лет. Но вопрос же в обслуживании. Не будут ли они экономить на обслуживании? Где они будут обслуживать эти самолеты? Ну, допустим, даже так. Меня смутило вот что. Больше даже, чем вопросы там технические. Допустим, технические вопросы решат, и проблем с безопасностью нету, допустим. Смотрите, у компании всего 5 самолетов суммарно и на Молдавию, и на Армению. Причем в каждой из этих стран они планируют выполнять десятки авиарейсов. 10 направлений из Еревана и еще больше, то ли 12, то ли 15, информация в СМИ разная, да, из Кишинева. В смысле, из Кишинева летает там по всей Европе, в Египет, в Турцию, и из Еревана эти же самолеты будут тоже летать вот куда-то, да. То есть 5 самолетов будут суммарно обслуживать 20-25 направлений из двух аэропортов, из Кишинева и из Еревана. Чтобы маршрутная сетка работала четко по расписанию, эти самолеты должны летать попросту беспрерывно, никогда не ломать, потому что их мало. В принципе, чтобы плотно обслуживать 20-25 направлений, ну, 5 самолетов мало, нужно хотя бы 10 их иметь. Ну, хотя бы 7, да, чтобы 1-2 всегда были наготове. Ну, просто представьте, если хоть один рейс задержится, то начинает сыпаться вся маршрутная сетка целиком. Ну, например, полетели, значит, молдаване в Анталию, в Турцию отдыхать. А обратный рейс у них, ну, там что-то сломалось, рейс задержался. И вот этот возвратный рейс из Анталии в Кишинев, он там стоит. Все пассажиры этого рейса, 150 молдаван его ждут, но это еще полбеды. А ведь он должен был отвезти молдаван назад в Кишинев, потом из Кишинева полететь в Ереван, чтобы из Еревана забрать пассажиров в Тель-Авив. И, соответственно, в Тель-Авиве сидят люди, ждут этот рейс, в Ереване сидят, ждут, и в Кишиневе тоже сидят, ждут. Получается, в 4 городах ждут один самолет. Ну, представьте себе. Ну, я это немножко утрирую. Я понимаю, что специалисты авиации, наверное, меня чуть-чуть поправят. Хотя, в целом, идея вот именно такая. Когда есть запасной самолет, высылают запасной самолет. Но когда его нет, то в 3-4-5 городах просто сидят и тупо ждут, значит, когда прилетит самолет, когда его отремонтируют. Вообще, поломки самолетов и отмены рейсов случаются в любой авиакомпании, но я не уверен, что маленькая компания родом из бедненькой Молдовы
оперативно обеспечит, например, отелем и питанием пассажиров, которые могут в случае задержки застрять сразу в 3-4 разных городах. Это же сотни человек. Ну, представьте, каждый борт – это до 150 пассажиров, да? То есть, если в 3-4 городах ждут, ну, это 400-500 человек ждут, что будет дальше. Если задержка 2, 3, 5, 7 часов, ну, можно терпеть, если задержка сутки. То есть, получается, всем этим людям надо оплатить отели, чтобы они там остановились за счет авиакомпании, это по правилам ИАТА. Питание. Это десятки тысяч долларов издержек. Не 10, а десятки. Это может быть и 50 тысяч долларов, 60 тысяч долларов. Это просто вот из-за одного задержанного рейса. Добавим ко всему перечисленному еще коронавирусные ограничения, которые постоянно меняются, создавая любой авиакомпании огромные проблемы. Если вы огромная компания вроде там American Airlines или Air France, или там даже Ryanair, или даже Аэрофлот, и у вас сотни самолетов и миллиардные обороты в долларах, да, не в рублях и не в баранских граммах, плюс вы со своей технической базой, то кое-как можно крутиться даже в эпоху коронавируса. Но когда вы маленькая авиакомпания со старенькими самолетами, взятыми в лизинг, то есть в аренду, компания полностью зависящая от многочисленных партнеров, кто вам отремонтирует самолет? Вот, допустим, самолет сломался в Анталии. Это же надо иметь договор с местной турецкой компанией об обслуживании, либо должны прилететь специалисты из какого-то другого города. Ну, короче говоря, в больших компаниях это все как часы функционирует, а в маленьких, но вопрос остается открытым. Скажу вам так, вот мой опыт полетов с маленькими авиакомпаниями, которые амбициозно входили на рынок и пытались несколькими самолетами покрыть десятки стран, ну, опыт мой, скажем так, безрадостный. Ну, вот я вспоминаю, например, компанию Zambezi Airlines. Это в Африке, да, на которой я имел неосторожность приобрести билеты лет 10-11 назад из Дар-эс-Салама в Танзании, в Лусаку, это столица Замбии. У них было всего 3 самолета, из которых по факту летал только один. Но я всего этого не знал, я же просто пассажир-путешественник. Мой рейс отменили, поскольку этот самолет, единственный, который у них летал, он сломался где-то в другом конце Африки, насколько я помню, в Нигерии, в тысячах километрах от Танзании. И заменить его было нечем. И мы сидели там ночь, сидели до обеда следующего дня. Вопрос никак не решался, то есть сотни пассажиров никуда не улетели вместе со мной, да? Компания, кстати, обанкротилась в 2011. Был у меня опыт с авиакомпанией Moldavian. И, кстати, как вы поняли из названия, она молдавская, как и вот эта вот FlyOne, которая сейчас пришла в Армению. Там было тоже 2, 3, 4 самолета и десятки направлений. Я на них летал один раз, первый и последний раз в жизни. Значит, из Кишинева в Тимишоару, это в Румынии, рейс туда, в смысле в Тимишоару, задержали часов на 10, обратный рейс отменили вовсе. Ну, излишне говорить, что никакой альтернативы пассажирам не предложили, никуда не пересадили, отель не оплатили, деньги потом я полгода из них выбивал через свой банк. Короче, авиакомпания разорилась в 2014. А что касается компаний армянских, то лично я никогда на них попросту не летал. И не потому, что считаю армянские компании обязательно плохими. Ну, хотя, между нами говоря, доверия к ним особо нет. Ну, это так, субъективно. Да? А просто тарифы у них дорогие, почему-то всегда в 2-3 раза дороже, чем у конкурентов. Ну, например, вот, да, вот если я смотрю, там вылеты из Еревана, например, в Вену, или там куда-нибудь там в Лион или в Париж. Почему-то вот с авиакомпанией Wizz Air или Aegean греческой, или там Austrian, но почему-то выходят всегда дешевле, чем на армянских авиакомпаниях. А если лететь на Wizz Air в Вену, то я взял билет вообще за 14 евро. Таких цен вообще сроду не было в армянских компаниях. Вот, в принципе, ну то есть я не имел негативного опыта с армянской авиакомпанией, поскольку я на них не летал, да, но мои друзья в Израиле имели негативный опыт с очередной маленькой компанией, которая называется Армения. Ну так и называется Армения. Мне кажется, она и сейчас летает, да. Они отменили рейс из Тель-Авива в Ереван в прошлом году. Никакую альтернативу пассажирам не предложили, полгода не возвращали деньги. Мои друзья десятки раз звонили, писали им в ереванский офис, значит, все бесполезно. В итоге через банк сделали насильственный, так сказать, чарджбэк, получили деньги назад. Почти год они бились, да. Ну вот я сижу и думаю, как бы сыграть в лотерею и купить билеты в Тель-Авив за 39 евро, или все-таки лучше не рисковать и полететь, как обычно, через Европу с какой-то большой проверенной компанией. Все, ребят, пока.